Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Очередная может быть по счету, но ни в коем случае не по содержанию, потому что наконец-таки мы дождались среды, когда британское правительство, как было обещано со стороны премьер-министра Терезы Мэй, инициирует 50-ю статью Лиссабонского договора. Много мы уже говорили о данном инфоповоде, пытались прогнозировать возможные движения, изменения, которые должны были произойти и еще произойдут с британцем. Будем продолжать это делать и сегодня. Безусловно, конкретные выводы, хоть приблизительные, опять же, условия дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом, это все конкретика завтрашнего дня. Сейчас нам приходится пока спекулировать на догадках и пытаться с большей долей вероятности определить тот, скажем, вектор движения, который будет задан британским валютным активом. То, что фунт сейчас находится под давлением, причина несколько другая. О ней я вам, безусловно, расскажу, потому что это причина, как содержание инфоповода, просто со знаком молнии. Она ближе к концу вчерашней торговой сессии пришла. Я непременно с вами поделюсь. Но есть у нас также и привычный набор инструментов. Давайте не будем упускать их из вида. И начнем, как и всегда, с того, что показывает рынок нефти. Клоз прошлого дня 51.44, сейчас актив торгуется на уровне 51.57. В частности, если подводить итоги дня, то, разумеется, по дневке, по той свече, которая была нарисована вчера, можно сказать то, что рынок нефти восстановился. Да, котировкам удалось выбраться из отрицательной территории, и мы снова не имеем возможности констатировать то, что наскоком удалось добраться до поддержки в 50 долларов за баррель по Бренту и пробить этот рубеж. Пока нефти не хватает сил. И, возможно, с тестированием этой планки нам придется несколько подождать, потому что вчерашняя торговая сессия — доказательство того, что трейдеры начали активно спекулировать в положительном смысле для котировок на теме вероятного продления действия энергетического пакта до конца 2017 года. Поэтому в качестве одной из основных причин восстановления котировок нефти в рамках вчерашнего дня — это присутствующий оптимизм со стороны нефтепроизводителей, которые верят в то, что сделку удастся продлить и на второе полугодие 2017 года. Кстати, вот эта, опять же, идея, она была еще поддержана сообщениями Reuters, опять же, со ссылкой на ключевых нефтяников, то, что они выражает оптимизм, то, что все регионы, которые сейчас являются членами действий данного соглашения, собственно, поддерживают эту инициативу. Но если быть реалистом, конечно же, скорее всего, соглашение продлят. Ну, потому что если бы это не произошло, это можно было бы сравнить равносильно с тем, что как будто спустить в унитаз вот тот прогресс, который был достигнут в рамках вот последних месяцев через то соглашение, которое действует. Хотя прогресс — это очень громко сказано, потому что с начала этого года мы видели, как цены на нефть скорректировались уже на 10%. И продолжаем говорить о том, что надежды, которые присутствовали еще в конце прошлого года, то, что энергетический пакт позволит решить проблему с перепроизводством, эти надежды уже полностью разрушены. И сейчас оптимистам единственное, за что остается цепляться, так это за то, что соглашение продлят до конца 2017 года, будет выиграно время, и в рамках, собственно, еще 6-7 месяцев, возможно, будут предприняты какие-то дополнительные усилия и шаги, чтобы решить проблему с перепроизводством. Но, возвращаясь опять к идее этого соглашения, бог с ним, даже если и будут приняты решения о пролонгации действия этого пакта, но самая главная суть, начинка-то этого соглашения не меняется, это начинка солидарных действий и чистоплотность в соблюдении договоренностей со стороны регионов. Но этой солидарности нет, потому что стороны примкнули к соглашению на словах, но не на действиях, ну, по крайней мере, не в полном формате. Снова напоминаю вам про Россию, поскольку, на мой взгляд, Россия — это один из нефтепроизводителей, которые
не, мягко говоря, недовыполнили взятые на себя обязательства по, соответственно, ограничению производства. Другой фактор поддержки нефти в рамках вчерашнего дня, помимо того, что участники рынка готовятся к апрельскому заседанию комитета по мониторингу за выполнением обязательств и ждут, собственно, рекомендаций для всех участников сделки о том, что ее нужно протащить до конца 2017 года. Второй фактор поддержки – это сообщение уже более такого ближневосточного характера об очередном боестолкновении в Ливии, что в конечном счете может быть чревато срывом экспортных поставок на общую там, скажем, такой баррельный эквивалент в 250 тысяч баррелей в сутки по поставкам. Да, признаю то, что такие сообщения, они оказывают влияние на нефть, но я еще раз напоминаю вам то, что они носят краткосрочные эффекты. Локально будоражат, конечно же, общественность, влияют на настроение, но о них очень быстро забывают. Поэтому не думаю то, что фундамент, связанный с локальным перебоем, опять же, экспорта из Ливии можно использовать для того, чтобы обосновать состоятельность дальнейших покупок и попыток затащить бренд повыше. Этот фон очень быстро забудут. И также быстро вернуться к другой статистике, которая более актуальна. Это данные по запасам нефти. Сегодня они у нас выходят в 17.30. У нас есть уже хорошее предварительное условие дождаться роста, поскольку вчера вечером, точнее даже ближе к ночи по московскому времени, был опубликован отчет Американского института нефти. Мы с вами настраивались на то, что рост запасов продолжится, потому что видим по-прежнему высокие показатели импорта, и были правы. Запасы выросли на 1,9 миллиона против прошлого роста на 4,2. Примерно на 2-3 миллиона я жду прироста запасов и от официальной статистики сегодня. И надеюсь, то, что против официальной данных, против подтверждения по-прежнему исторических по объемам запасов нефти США и, соответственно, опять же, сигналов того, что объемы добычи продолжают увеличиваться, с этим фундаментом бороться будет очень трудно. Поэтому я по-прежнему, как и раньше, по медвежьи настроен. Даже не то, чтобы долгосрочно, это само собой по нефти. Я думаю, то, что к концу этой недели мы сможем все-таки снова приблизиться к поддержке 50 долларов за баррель. Рубль против американца 57.03, поскольку у нас не было уверенного теста поддержки 50 долларов за баррель по Бренту, пока мы не можем говорить о действии вот этого ожидаемого импульса девальвации. Сохраняем выжидательную позицию, ждем снижения нефти, ждем, чтобы она повлияла, собственно, и на котировки российского валютного актива. Фунт против доллара. Вот здесь давайте остановимся чуть подробнее. Во-первых, потому что сегодня, безусловно, фунт покажет одно из самых интересных движений. Ну, хотелось бы не просто увидеть повышенную волатильность, хотелось бы увидеть рост волатильности с все-таки большим позиционированием коротких трейдов и большей уверенностью медведей, которые продают этот инструмент. Почему? Потому что в течение дня точного времени пока неизвестно. Ну, может быть, вы знаете, удалось найти такую информацию, мне нет. Но важно то, что сегодня Тереза Мэй ведет в действие, инициирует, запустит, неважно, как угодно, можно сказать, 50-ю статью Лиссабонского договора. Еще раз напоминаю то, что это более-менее конкретная, проработанная дорожная карта того, как и что должно происходить после того, как Англия пойдет своей дорогой. После того, как это случится, полагается то, что для Англии начнется новая эра. Я уже акцентировал ваше внимание на это, но как английская экономика будет адаптироваться к новым временам, мы сможем понять, узнать и обсудить вот эти итоги, конечно же, не сразу, не через месяц, не через два. Прошествие более растянутого периода времени. Но очень большое значение играет первоначальная реакция, потому что первоначальная реакция, она в большей степени отражает
истину. Я считаю то, что позиция фундаменталистов, которая подкреплена ожиданиями высокой степени неопределенности и все-таки еще наличие сомнений в том, сможет ли Англия сохранить доступ к единому европейскому рынку, потому что если бы было четко известно, что сможет, этот позитив бы уже давно обсуждался активно на рынке, но молчок по этому поводу. Поэтому я считаю, что за этим молчанием скрываются больше рисков. Соответственно, факты запуска этой статьи я расцениваю в качестве негативного сигнала для британцев. И надеюсь, то, что сегодня мы увидим распродажи этого актива. Также не забывайте про риски, актуальные для британского региона, роста инфляции, потому что по прогнозам многих экспертов инфляция претендует на пробой даже значения в 3%. Это полный крест на потребительской активности. Если мы сейчас уже наблюдаем выше 2,5%, это инфляция, которая опережает темпы роста заработных плат. И как ни крути, фундаментальные базисы, они должны себя проявить. Это истоки рынка, это то, на чем рынок держится. Может быть, реакция активов не всегда логично на фундамент, но вы знаете то, что проходит какое-то время, и все равно трейдеры возвращаются к вот этим базисам фундаментального характера, и эти базисы, с которыми спорить не нужно, указывают на то, что фунт должен оставаться аутсайдером. Помимо ожидания инициирования 50-й статьи, вы наверняка уже заметили, уверен, то, что даже смогли заработать на снижение обвала, я бы даже сказал, фунта против доллара, который мы наблюдаем в последние часы. Ну вот буквально с вечера вчерашнего дня. Так вот, этот обвал связан не с тем, что появились какие-то дополнительные конкретные комментарии по процедуре Брекзита через 50-ю статью. На самом деле причина обвала – это решение правительства Шотландии, которое было принято голосующими членами 69 голосами против 59, провести референдум, друзья. Раньше это была рыночная мулька, лично мне было приятно спекулировать на этой идее, потому что это серьезный риск, конечно же, для экономики. Сейчас это подтвержденная уже реальность, с которой придется столкнуться Англия в целом и Шотландии. Ну да, если он все-таки состоится, а сомнений практически нет, поскольку решение принято, пройдет он не скоро. Это конец 2018 года, даже начало 2019 года. И вот первый министр Шотландии Никола Старджен, он пролоббировал, собственно, эту идею. И такое ощущение, что эта идея, она сродни одержимости, потому что было очень много, на мой взгляд, конечно же, более-менее адекватных, правильных комментариев со стороны Терезы Мэй о том, что по факту выхода сейчас Англии из состава ЕС лучше бы не провоцировать внутренние потрясения в экономике до того, как ситуация не, скажем, войдет в свою колею, не будет четко взята под контроль нового сформированного правительства. Но вот у Шотландии, судя по всему, своя позиция. И, в частности, ответ, который был дан Терезе Мэй о том, что вот после запуска 50-й статьи новая история начнется и для Шотландии. И эту историю Шотландия планирует вершить сама. Возможно, через вот эту самую автономию. Трейдеры отреагировали на это разгрузкой, распродажей. Я думаю, то, что по инерции мы можем катиться вниз и сегодня. В целом сейчас фунт торгуется у нас на отметках 1.2402. Это больше, чем на 150 пунктов ниже, чем локальный хай. И полагаю то, что если еще наш с вами прогноз по факту 50-й статьи не разочарует, опять же, нас прежде всего, и мы увидим дополнительное давление на фунт, тогда смело будем двигаться и смещаться в район поддержки 1.20. И как только мы коснемся этого уровня, профит будет прекрасным. Он точно поднимет нам настроение и позволит несколько даже подзабыть про те неудачи, которые были допущены в последнее время с долларом против иены. Так вот, плавно давайте перейдем на американца против японской валюты. Сейчас котировки 111.10, доллар растет, но это не разворот еще, который вроде бы как похож на него. Я думаю, то, что пара еще перепишет свои локальные минимумы, поэтому краткосрочно рекомендую сохранять все-таки короткие позиции. Изменился ли фундамент сильно в рамках американской экономики? На самом деле нет. Мы получили еще несколько позитивных отчетов, в частности данные по уровню доверия
потребителей по США. Отчет, чтобы вы понимали, очень хороший, 125,6 против прошлого 116,1. Это не то чтобы максимум за несколько месяцев, это максимум за последние 16 лет. Комментарии еще Каплана, Фишера тоже были довольно жесткими. Поддержана идея целесообразности дальнейшего неоднократного повышения процентной ставки до 2017 года. Но мы помним то, что американец, в принципе, статистику-то не особо отыгрывал в последнее время. Много было сильных релизов, много было жестких комментариев, и даже сама Джанет Йеллен обозначила вот этот сверхжесткий подход к монетарной политике, но доллар снижался. Почему? Потому что доллар все еще находится под влиянием вот этого сокрушительного фиаско, которое понесла первая законодательная инициатива Трампа. И трейдеры сейчас прекрасно понимают то, что провал в Конгрессе реформы здравоохранения – это, возможно, начало провала по дальнейшим реформам. Ну или, по крайней мере, подтверждение, либо хотя бы сомнение того, что Трамп способен реформировать экономику в соответствии с теми обещаниями, которые он давал. Я допускаю тот факт, что в один прекрасный момент, когда на рынке переключат рычаг, трейдеры, может быть, несколько отойдут от оценки ситуации, связанной с политикой Трампа, и сделают больше акцента и упор на то, что будет происходить с монетарной политикой, и как повышение ставок ФРС повлияет на уже доходности трежерис и на бакс. Пока я не считаю то, что это случилось. Поэтому краткосрочно, как я и отмечал ранее, считаю то, что не нужно на фоне присутствующего все-таки негатива от бездействия Трампа недооценивать потенциал краткосрочной коррекции. Если позиционирование картины изменится, я вам обязательно об этом сообщу. Но пока каких-то серьезных сигналов для этого не вижу. Доллар, франк. Здесь я, с вашего позволения, коснусь вчерашних комментариев Национального банка Швейцарии, который отметил то, что национальная валюта переоценена и выше медианной средней примерно на 10%. В связи с этим курс Национального банка Швейцарии дальше будет оставаться стимулирующим. Политика отрицательных процентных ставок сохранится, и Национальный банк Швейцарии предупредил то, что в любой момент может провести интервенции, которые будут направлены на сдерживание еще большего давления на обменный курс франка. Реакция, в принципе, последовала сразу. USD Свиси, который днем ранее у нас торговался на отметке ниже 0.99, сейчас идет к сопротивлению 0.9950 и снова будет пытаться закрепиться за значение паритета. Я думаю, то, что это уже правильный вектор. Если вы хотите поспекулировать этим дуэтом активов, в принципе, уже давно нужно было занимать длинные позиции, но еще поезд не ушел. Можно присоединяться к этим длинным сделкам. USDCAD. Вчера мы с вами ждали конференцию Полоза, которую возглавляет канадский регулятор, и правильно делали, потому что Полоз начал свое выступление с того, что снова отметил присутствующие значительные риски протекционизма, которые идут со стороны США. В принципе, этот комментарий сразу же сделал свое дело, спровоцировал ослабление канадца, и канадец оставался под давлением вплоть практически до конца дня, и даже восстановление цен на нефть особо не повлияли на негативное настроение. Это хорошо. USDCAD сейчас у нас торгуется на отметке 1.3390, ждем закрепления выше отметки 1.34, и я по-прежнему допускаю, друзья, то, что мы до конца этой недели сможем коснуться сопротивления 1.35. Евро против доллара, видимо, уперлось в очень важное сопротивление. Пока мы видим откат. Если доллар продолжит валиться и дальше вслед за трежерис, то, соответственно, европейская валюта получит топливо для дальнейшего роста. Если нет, то мы будем говорить о случившемся вот развороте, в том числе и по главному валютному риску, и постепенно уже через несколько дней, собственно, у нас новый месяц, апрель, а в апреле, как вы помните, первый тур голосования во Франции, собственно, пройдет это 23 апреля, пройдет он, состоится, и не нужно по-прежнему недооценивать возможности самого невероятного сценария, это победы Мари Ле Пен, представителя ультраправых, скажем, радикала, который выступает за выход Франции из состава Европейского Союза. По прогнозам, если дело дойдет до победы Мари Ле Пен,
Европейский фондовый рынок потеряет больше 30%, национальная валюта девальвируется на 10%, и по принципу цепной реакции потери фондовых рынков будут характерны и для других площадок. Американская фонда, ну, более-менее стоит, там 10 с небольшим, развивающиеся рынки побольше. Это может быть, скажем, нереалистичный сценарий, но снова обращаю ваше внимание на то, что сейчас совершенно необычное время на финансовых площадках, вообще во всей финансовой индустрии, и происходит то, что мало прогнозируется, и то, что мало ожидается. Поэтому мы, исходя из практики исторической сложившейся на рынке, можем допускать то, что шансы на победу сохраняются и у Мари Ле Пен. И еще сохраняется один негативный, важный политический фактор давления на евро. Из важных событий сегодняшнего дня я предлагаю забыть обо всем, обо всех релизах, вообще игнорировать их, если вы даже хотели обратить внимание на какой-то, а ждать реакцию фунта на запуск 50-й статьи Лиссабонского договора. Реакция фунта поднимет, разгонит волатильность и, соответственно, приведет в движение другие и прочие инструменты. На этом, собственно, все. Кодовое слово на сегодня не мог вас оставить без него, поскольку без бонуса. День такой, который требует создания дополнительных преимуществ для повышения покупательских способностей депозита. Кодовое слово на сегодня. Действие. Величина бонуса 17%. Действует он до следующего брифинга, который, как и всегда, пройдет завтра в прямом эфире в 9:30 по московскому времени. Друзья, первое правило, которое вы должны иметь в виду сегодня, второе правило, третье, четвертое и пятое, шестое, так, до 10, а если хотите до 100, это контроль рисков. Потому что если мы неправильно определили возможное направление движения британца, волатильность и, соответственно, серьезный ход этого актива будет, но может оказаться в другую сторону. И чтобы переждать, скажем, такую реакцию рынка и не допустить катастрофических потерь по депозитам, я, как и раньше, призываю вас торговать с максимальным 10-м плечом, а еще даже лучше 7-м. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, как и всегда, можете задавать их на нашем канале на YouTube. Не забывайте подписываться на него, потому что так вы будете получать уведомления обо всем новом видеоконтенте. Ну и, безусловно, буду благодарен каждому из вас за лайки, большие пальцы. Ну, согласитесь, не так уж трудно их поставить. Спасибо, всего доброго, до свидания.